Добрый вечер всем. Я считаю, что ДРО была успешной для Украины. Значит, у нас в группе есть хорошие команды, но с которыми можно играть. Поэтому будем готовиться. Знаю, что нас поддерживает вся Украина. Еще раз хочу всем передать огромный привет с Бухареста. И удачи уже в следующем году нам всем. Приезжайте, покупайте билеты и поддержите команду.